Импровизированной клеточной доской стала школьная площадка. В роли пешек – виновники торжества – пятиклассники. Всего 7 классов. Они окончили начальную школу и теперь их посвящают в гимназисты. Формат бала для 15-й гимназии традиционный. Третий год пятиклассники проходят обряд посвящения в гимназисты через классические танцы. Дети изучают классические танцы, минуэт, гавот. Но каждый год мы делаем какую-то определенную изюминку. И сейчас, мне кажется, наступило время шахмат. Нам хочется открыть эту шахматную историю гимназии номер 15. В прошлом году мы проводили большой конкурс, и у нас большое количество детей, которые желают заниматься шахматами. Шахматные кружки настолько популярны, что скоро одна из школьных площадок станет черно-белой доской. На ней появятся большие шахматные фигуры. Навыки этой игры ученики смогут показать не только через танцы, но и на реальных турнирах.